небеса жмурится, и асфальт сразу целуется. Улица! За меня никто не молится, и взносы не платит по полисам. За меня никто не волнуется, я и есть эта самая улица. Улица! Друзья, не хотел делать никакого ролика, но так получилось, что заехал в центре города, такое необычное место. С одной стороны улица вот за моей спиной Лесная 5, потом дальше вот там Чапаева, даже 216. А я хочу вам показать необычное такое место, ну просто суперстар. Я вот сделал ролик про Биробиджан 2. Старые дома показывал, разрушенные дома. Больше 2000 просмотров у меня получилось этих вот этого фильма. После этого я еще съездил на заседание литературного клуба в библиотеку филиал 4. Ну, много говорю, показываю. Вот, смотрите. Улица Новая. Улица Новая, 9. Вот этот дом в глубине стоит, такой старый, такой вот он. Ну, видно вот такой вот необычный дом. И за этим домом еще стоят два таких дома. Тут целая вот эта улица была, а за ней пустырь. И вот это место затопило, наверное, постоянно. И вот постепенно-постепенно дома вот приходят в негодность, и люди отсюда уезжают. И я вот уезжаю. Я решил все-таки вот остановиться и подойти. Потому что я уже тут полазил направо-налево, походил, посмотрел. И увидел, что там внутри горит лампочка еще. Думаю, неужели в этом доме кто-то еще живет? Или, может быть, кто-то сюда так просто зашел и разбирает это помещение, здание. Вот здесь уже крыша начали разбирать. Шифер срубили. Тут еще закрыто. Есть кто-нибудь в доме, а? Оу!
Ау, кто-нибудь в доме есть? Тут уже улица Лесная привесили. Наверное, это уже не улица. Хотя новая, наверное, это улица другая новая. С другой стороны этого дома. О, есть кто-нибудь? Покричал, никто мне не открывает. Вот, но надо отдать должное, что все тут запор все-таки есть. Вот здесь у нас такие современные дома. Задняя часть дома. И рядом вот такие вот огромные деревья. Видать, старые деревья уже. Давно оно, это дерево уже растет. И вот начали тут разбирать дома. Это вот дома построили в разное время. Разные застройщики. Вот этот вот дом строили китайцы у нас. Там вот самый первый дом. Это еще дом перестроечных лет. Когда-то фундамент строил мой тесть этого дома. Вот этот самый, вот этот крайний, вот этот вот дом. Но эти дома холодные. Их начинают дополнительно утеплять. Короче, кто во что горазд. Вот еще один дом. Но здесь уже забора нет. Тоже улица Лесная. Там даже фамилия написана какая-то. Вот такие красивые окна здесь вот. Резные. Кто-то когда сделал. Из бревен сложен дом. Здесь уже это... Сейчас меня собаки будут кусать. Дом разобрали. Разломали. Вот тут мебель повытаскивали все. Вот такая тут зона релакса у нас есть. Заброшенная территория. Есть кто-нибудь? Кто-нибудь живет? Эй! О-о-о! Короче, я тут влез, а тут, оказывается, жилец живет. Вы посмотрели. Человек лежит, спит. Я тут лазю, что-то смотрю, что-то ору.
общем, мне простительно. Я это все снимаю не для себя. Как говорится, делаю контент. Контент из Биробиджана. Контент не с Черного моря. Еще откуда-либо там. Я вот поймал такую вот струю. Можно поснимать старенькие такие дома. Это вот остатки старого времени. Да простят меня жильцы. Я так думаю, тут уже и жильцов-то нет. Можно заглянуть, какие тут вот у нас дома еще. Короче, я его слепила из того, что было. Ну, дом уже разбирает. Наверное, тут уже людям дали жилье. Где такая собака? Вот тоже старый дом. Стоит такой домик. Неприметный, незаметный. Я потом посмотрю по карте историю этих домов, историю этой улицы. Да, здесь еще живут. Эй, есть кто-нибудь? Кто-нибудь есть? Тихо! Уже бежи отсюда! Ну-ка пошла отсюда, бегом! Хватай, кусай, молись, мечтай, твори, люби, очнись, страдай. Не спи, не жди, забудь, умри, а повезет, так воскресай. День изо дня, крысиные бега. День изо дня, этого дня, этого дня. День изо дня, крысиные бега. День изо дня, ты или я, ты или я. Сверкай, блистай, борись, создай. Учи, живи, крепись, не угасай. Иди, свети, забудь, умри, а повезет, так воскресай. День изо дня, крысиные бега. День изо дня, этого дня, этого дня. День изо дня, крысиные бега. День изо дня, ты или я, ты или я. День изо дня, крысиные бега. День изо дня, этого дня, этого дня. День изо дня, крысиные бега. День изо дня, ты или я, ты или я. Я сейчас поговорил с жильцами этого дома. Они говорят, что дом этот идет под снос. Чуть ли не завтра его будут сносить. На камеру они не захотели со мной разговаривать. Но спасибо на том, что не прогнали меня. И как-то со мной поговорили так по-человечески мягко. Не грубо.
Короче говоря, я опять по загашникам хожу здесь, снимаю. Я, а в каком году дом построен, скажите, пожалуйста? В 70-х годах? Так это недавно, не так сильно давно. Ну, мне? А ему больше. Завтра его сносят. Понятно. Завтра уже его сносят. Мы уезжаем, а его сносят. Ну, а квартиру-то дают вам? А? Квартиру дают? Квартиру уже давно дали. Уже давно дали квартиру? Ага. Ну, с новосельем, если у вас там уже квартира есть. Всего доброго вам, хорошего. Пять назад дали квартиру уже? Ну вот, уже это как дача у вас. У нас, да, у нас собаки, кошки. Вам это интересно? Да, я понял, что построено в 70-х годах. А на Биробиджане 2 я был, там построили в 39-м. И в годы войны там... Нет, ну, Биробиджан 2 позже строил. Раньше. А здесь, понимаешь, вот... Здесь позже построили. Построили на этом болоте, то оно не вырос. А вас здесь топило, да? И так, вот смотри, вот люди смотрят на нас, куда они будут смотреть? У них не будет ни солнца, ничего. Они будут против пятиэтажек. Это я тебе отвечаю, как строитель. Я всю жизнь на стройке работал. А вы Березовского Владимира Викентьевича не знаете? А мне он не нужен. Не, он просто строитель тоже, у меня тесть строитель был. Я понимаю, но я вам говорю как человек, просто если здесь поставить еще одну пятиэтажку, вот эти люди не увидят света. Сами заметьте. Да. Ну и... Ладно, спасибо большое, что поговорили со мной. Вот эти вот люди, вот они смотрят в окно сейчас. Они потом не будут вот сейчас смеяться. Они потом будут задумываться. Просто здесь будет еще одна пятиэтажка. Они не увидят белого света, ни солнца, ничего. Ну, будем надеяться, что здесь будет парк, а не пятиэтажки. Сделают что-нибудь хорошее. Ладно. Скажи. Да я пошутил. Ну, ладно. Просто я тебе говорю, вот они люди, они тебе говорят, что здесь, что они хотят построить, они сами убедятся, что здесь будет пятиэтажка. Нас выселяют. Угу. Чего не увидят? Ладно. Извините, что вас побеспокоил. Да. Как мы сексом занимались. Да ладно, вот ладно. Короче, вот так поговорил немножко с жильцом, не стал уже его снимать, неудобно в чужую жизнь внедряться. А вот тут я вот что-то нашел еще интересное, что-то вот такое. Детская художественная школа, вот, кажется, даже есть. Муниципальное бюджетно-образовательное учреждение дополнительного образования, детская художественная школа. Ну, короче говоря, ничего такого особенного я тут не наснял, особо не наговорил. Ну, просто как бы зашел в глубинку сюда, еще раз посмотрел, что здесь, как народ живет. Оказывается, он еще и в таких домах умудряется жить. Но справедливости ради, я вот вычленяю и выделяю, что они отсюда уже уехали 5 лет назад. Вот, это, как говорят, что их дача. Ну, будем считать, что это дача. Вот в этом доме мы увидели, человек спит еще под навесом, то есть тоже вот уезжает. Дома стали вот разбирать. То есть вот это дома еще были жилые. Здесь люди жили.
Эй, есть кто-нибудь? Кто-нибудь есть? Никого нет, никто тут уже не открывает. Жильцы говорят, что это улица Лесная. А почему же она называется тогда Новая? Непонятно. Ну, посмотрите, какой добротный дом. Ему еще стоять и стоять, в принципе, этому дому. Вот, как вот раньше все-таки строили дома хорошо. В общем, ладно. Всем привет. Такой краткий ролик. Но чтобы повеселее было, что-нибудь включу. Историческую музыку какую-нибудь. Вот. Чтобы так прочувствовать колорит вот этих домов. Жильцы сказали, что они построены в 70-х годах. Ну, не знаю, попытаюсь поискать, когда была построена улица Новая. Опа! Оп. Ладно, до свидания. Всего самого наилучшего. Пока-пока. Мой дом — это остров, и возвращаться в него мне непросто. Вечером поздно, ровно в 10, когда уже ужин уже почти бесполезен. Еще по телеку блок новостей, и не время ждать гостей. Остров мой на втором этаже, я на диване лежу, я лежу в неглиже. Я свой дом до утра не покидаю, а потом он снова необитаем. Остров мой на втором этаже, я на диване лежу, я лежу в неглиже. Я свой дом до утра не покидаю, а потом он снова необитаем. Возвращаясь
как будто в джунгли. Вместо зверей у меня тараканы и мухи. Здесь нет пальм и нет лиан. Зато на окне у меня алоэ, кактус, герань. Опять по телеку блок новостей, и не время ждать гостей. Остров мой на втором этаже, я на диване лежу с шампанским и бомарше. Я свой дом до утра не покидаю, а потом он снова необитаем. Остров мой на втором этаже, я на диване лежу, я лежу в неглиже. Я свой дом до утра не покидаю, а потом он снова не обитаем. Остров мой на втором этаже, я на диване лежу, я лежу в неглиже. Я свой дом до утра не покидаю, а потом он снова не обитаем. Остров мой на втором этаже, я на диване лежу, я лежу в неглиже. Я свой дом до утра не покидаю, а потом он снова не обитаем.